Так, 25 мая 2021 год. Харьков, это Луна. Берусь это доказать. Опа-на. Вот она. Завтра полнолуние, сегодня почти полнолуние. Вот кратер Аристарх, в прошлом думали, снимал его на ИСУ 3200, а сейчас на ИСУ 125. Ну, разница, конечно, капитальнейшая. Но зато в прошлом дубле у нас есть МКС на фоне Марса, Аполлона и Геркулеса. А сейчас я, наверное, в Марса не попаду с таким ИСО. Он просто слишком далеко и темный. Это хорошо, что вы зеленые и плоские. Что-то я про президента нашего вспомнил. Но это, конечно, про Шапокляк и крокодила Генуа. Что там профессор зеленый был. Ну, у нас действительно президент зеленый, плоский, плоский у него юмор. Так, как и у меня в данном случае. Ладно, пастор, мы здесь не за этим. Сейчас я наеду на Луну. Звучит это в стиле разговор о 90-х, но мне нравится вот это путешествие. Наезд камеры на Луну, бам-бах. Где наша резкость? Вот наша резкость. Моя ж ты красавица. Не оторвайся. Слушайте, ребята, мне на работу надо совсем скоро. Так что я, наверное, еще раз отъеду и наеду на Луну. Кратер тихо, тихо, Браге. И памятую о том, что мне еще все это добро выкладывать в интернет, в Ютуб. Рвану домой. Небо еще в дымке, но ничего страшного. Все, отошел. О, кратер Платон как раз. Наш 100-километровый красавец. 21:55 по Киеву в Харькове. Двадцать пятое мая 2021 год. Завтра полнолуние, суперлуние. Кому повезло жить на Кирибате, можете посмотреть еще и затмение луны.